Рулет куриный – отличная альтернатива магазинным колбасам и мясным изделиям сомнительного качества. Поскольку курятина довольно нейтральна по вкусу, куриный рулет с начинкой имеет более интересный вкус. Готовить его легко, а улетает он со стола мгновение ока. Зинаида Петровна в своем кухонном театре предложит вам вариант рулета с сыром, но начинять его также можно и другими ингредиентами. Отличие же нашего рулета в том, что он будет обвален в сухарях и зажарен в масле. Для приготовления куриного рулета нам понадобится куриная грудка 0,5 кг, сыр, натертый на крупную терку, 100 грамм, 100 грамм сливочного масла, 2 яйца, 100 грамм муки. И для оформления чернослив, зелень, маслин и помидор. Займемся грудкой. Надо нам снять пленку, потому что она будет стягивать наш рулет. Вырежем хрящик, сделаем небольшие надрезы, вот такие вот от надрезы, не до конца. Поместим в целлофановый пакет и слегка отобьем молоточком. Снимаем пакет, слегка поперчим. Чуть-чуть кориандра. Немножко подсолим. Выкладываем сыр. Режем на брусочки масло сливочное. Также вставляем сюда. А теперь будем аккуратненько заворачивать грудку. Прижимаем. Здесь заворачиваем, чтобы не вытекал наш сыр потом. Возьмем несколько зубочисток и скрепим ими шов. Выкладываем рулет в муку. Мука впитывается, а мы тем временем достанем из морозилки кусочки белого батона и нарежем их соломкой. В широкую посуду, чтобы по размеру уместился рулет, разбиваем 2 яйца. Разбиваем. Опускаем рулет в кляр. Пока рулет впитывает кляр, приготовим посуду. В казан нальем растительное масло и дадим ему закипеть. Посыпаем рулет хлебной соломкой. Выкладываем рулет в кипящее масло. Пока обжаривается рулет, прервемся на литературную паузу. Постарела мать за 30 лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков безусых, не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и старый, млад, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской протекала ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик: «Алексей! Алешенька! Сынок!»
сынок! Алексей! Алёшка, сынок! Алексей! Алёшка, сынок! Словно сын её услышать мог. Сын рванулся из траншеи в бой, встала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить, просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит, жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок, Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алёшенька, сынок, словно сын её услышать мог. Дома всё ей чудилось кино. Всё ждала вот-вот, сейчас, в окно, посреди тревожной тишины постучится сын её с войны. Рулет обжарился, пора его вынимать. Вау! Нарезаем тонкими ломтиками рулет. А сейчас приступим к оформлению. Выложим несколько черных маслинок, потому что белые с черным очень хорошо сочетается. И требуется еще, конечно, красный цвет. Я нарезала долечки помидор и положила несколько веточек укропа. Вот таким у нас получился куриный рулет. Очень нежный и аппетитный. Приготовьте сами, и вы не пожалеете. До свидания, до новых встреч!